Более 1000 деревьев высадили в Жамбылской области в рамках акции «Один ребенок, одно дерево». В ней приняли участие молодые родители. Новый парк появился и в Жуалынском районе. Жанибек Мырзалиев, как настоящий мужчина, построил дом, растит сына и вот теперь пришел посадить дерево. Примерный семьянин считает, что внести лепту в озеленение родного края – долг каждого жителя. Все молодые семьи нашего района вносят вклад в его развитие. Мы посадили одну тую и повесили табличку с фамилией. Приятно, что в будущем здесь будут аллеи. Зеленые аллейки с березами, елями и газонами раскинутся в парке Менгелек-Ель в Жуалынском районе. Его благоустраивали более 100 молодых семей. Парк площадью 25 гектаров расположен вдоль трассы Западная Европа – Западный Китай. Здесь намерены установить скульптуру верблюда, как символа шелкового пути. Также радовать глаз будут фонтан и искусственное озеро. Правда, откроется местная достопримечательность только в сентябре. Озеро у нас заполнится водой, и в зимний период здесь будет лед. Мы для школ сейчас закупаем лыжи, коньки впервые. И здесь будут зимние виды спорта культивироваться для молодежи. Будут 4 аллеи. Первая аллея уже есть, почетных граждан Жуалынского района. Вторая аллея будет называться Рухани Жангару. Третья аллея имени ветеранов. И четвертая аллея – это для молодых. Расширяли зеленую зону и в Таразе. На территории областного перинатального центра родители новорожденных малышей высадили сотни именных саженцев. Организаторы заверили, что акция «Один ребенок, одно дерево» будет проходить на постоянной основе. Ведь главная задача – превратить любой пустырь в зеленый сквер. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатилла, Жамбылская область, Хабар-24.